Григорий, начнем с подведения итогов сегодняшнего матча. Первый для вас в начале предсезонки. Что скажете, как игралось и по сопернику, может, что не получилось сегодня? Ну, для первого матча, в принципе, неплохая игра была. Я думаю, что, конечно, игровой режим – это совершенно другое, нежели тренироваться. Поэтому потихоньку вкатывались. Были, конечно, ошибки, были неточности. Так, в принципе, неплохо. Ребята бились. Это такая игра с сезона даже получилась, когда пацаны старались и бились до конца, хотели выиграть этот матч. Много моментов, очень много бросков, но вот реализации пока не хватает. Все-таки это спишем на летний хоккей? Можно на летний хоккей списать, можно на продолжение тренировочного процесса. Это только как бы, ну вот, зародыш, так скажем, нашей подготовки, первая игра. В принципе, в общем, если брать картинку игры, то команда неплохо выглядела.